Уважаемые жители, уважаемые коллеги, в рамках поручения губернатора Московской области мы проводим сейчас форум «Правдом». Я выражаю признательность за участие в данном форуме, потому что, как сами прекрасно понимаете, эффективное управление домами – это одна из самых сложных и важных задач, в течение которых невозможно без участия жителей. Здравствуйте, я председатель Совета дома улицы Речная, 4. В своем лице меня уведомили собственники, жители района Теплый Бекон. Все присутствующие знают наш маленький такой кусочек Красногорска, но самый лучший, он действительно теплый. Я хотела вот эту негативную ногу немножко разрядить вот сейчас ситуацию и поблагодарить депутата Илья Сергеевича Шадрикова за организацию, за, как вам сказать, высказаться людям о своем наболевшем, о том, что он приглашает к нам представителей 8-ю школу, вся его команда из 8 человек, ребята очень грамотные, вопросы у нас серьезные. Мы оптический переулок, речные улицы, мы не относимся его ведомству. Но еще раз выражаю благодарность от многочисленного народа этого района. Спасибо. Ну, наверное, лично ему будет приятно услышать. Ну, потому что это не сказать нельзя было, да, понимаете? Понимаю. Команда работает по-настоящему. Спасибо. Спасибо. Давайте следующий.